народе считается, что у мужчины должен быть традиционный якутский нож. А чтобы клинок был прочным и долго оставался острым, потомственный кузнец-металлург, мастер народных художественных промыслов Республики Саха-Якутия Айгын Ус выплавляет железо для своих изделий из местной руды старинным сыродутным методом. Как и многие народные мастера Якутии, он соблюдает каноны древнего ремесла и придерживается традиционного стиля. Якутия или Республика Саха – самый большой по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. Практически вся территория республики расположена в зоне вечной мерзлоты, которая имеет самую большую мощность в мире. Это самый холодный из обжитых регионов планеты. В Эймиконе находится полюс холода северного полушария, где зафиксирована температура -71,2 градуса. Климат сформировал жизненную философию коренных народов, их самочувствие, культуру, привычки, образ жизни. Якутия словно создана для испытания человека на прочность. Быт и жизнь людей здесь изначально подчиняются цели выживания. Все это отражается на традициях и обычаях местных жителей. Из традиционных ремесел в Якутии резьба по кости – одна из самых популярных. Республика хранит в природных ледниках до 90% мирового запаса бивня мамонта. Целью якутского экспортного перерабатывающего завода, как говорит генеральный директор компании Иннокентий Лазарев, это полный цикл переработки бивня мамонта и производства изделий из кости мамонта на современном оборудовании в Республике Саха. Обладатель 3 патентов на собственные изобретения, один из которых в 35 раз превосходит оборудование Китая по производству. Одним из самых красивых и ценных мехов во всем мире считается мех соболя. Шкура этого небольшого зверька шелковистая, пушистая, очень густая и необыкновенно прочная. Сахаболт – это предприятие с полным циклом производства, включающее собственное биологическое сырье, заготовку, переработку, пошив и реализацию в розничной сети. Помимо основательного подхода к делу, сформировавшейся под влиянием природно-климатических условий, важной характеристикой менталитета коренных народов Якутии является отзывчивость. Экстремальные условия труда и быта, огромная территория способствовали сотрудничеству и взаимопомощи. Северяне до сих пор стараются поддержать любого незнакомого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Так, для поддержки малого и среднего бизнеса Республики Саха создана единая торговая площадка, сделана в Якутии, ETP14.ru. То есть у наших мастеров появился свой виртуальный магазин, а у каждого жителя планеты возможность посмотреть и приобрести продукцию местных изготовителей в одном месте, не выходя из дома. Единая торговая площадка сделана в Якутии. Это большой маркетплейс с платежной системой, где представлены как уникальные работы якутских мастеров, так и все товары, произведенные в Якутии из местного экологически чистого и натурального сырья. Все товары удобно разделены на категории, где каждый найдет свое. Можно отсортировать по цене, рейтингу и популярности. А каждый товар представлен с фотографией и подробным описанием. Регистрация для предпринимателей абсолютно бесплатна. Необходимо лишь заполнить заявку на сайте etp14.ru и далее ведется процедура подключения. Сделано в Якутии. Сделано с любовью. Добро пожаловать на единую торговую площадку.